Медиасеть Air реально платит больше. Ссылка снизу. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Василенко, и вы на канале «Обзор товаров на AliExpress». Если вы еще не подписаны на этот канал, то рекомендую сделать вам это прямо сейчас. Если уже вы подписаны, то ставьте лайки и не забывайте нажимать на тот колокольчик, который находится внизу. И вы будете всегда в курсе свежих новостей про мои новые видео. Итак, давайте же мы распакуем нашу очередную посылочку из Китая. И посмотрим, что же мне пришло сегодня. Так. Делаем вот так. Вау! Ребята, это нам пришел наш терморегулятор. Он так классно упакован, вообще даже влага сюда не попадает. Вот, посмотрите на него. Это все отдельно. Так, давайте же посмотрим ближе на него. Так, сюда подключается 12 вольт. А это на разрыв два провода. То есть, либо вот этой штучкой они замыкаются, либо размыкаются. Так, кнопочки. Все клацают, все рабочие. Так, вот он такой снизу. V1209. Вот так вот. Так. Эта штучка называется термопара. Вот она у нас так выглядит. Все. И теперь можно будет делать мой новый инкубатор. Кстати, инкубатор я буду делать на моем канале Кобеляцкая перепилочка. Ссылка на него будет внизу в описании. Так что если кому интересно заниматься перепелиным бизнесом, как и мне, то переходите на этот канал и подписывайтесь. Вот. А еще снизу полная инструкция, как пользоваться данным терморегулятором, будет снизу, тоже внизу в описании. Так что вот так вот. А с вами был Алексей Василенко. Пока.